Добрый день. Сегодня мы рассмотрим оптическую мышку Xinmer Mumba 2 XMM396D от компании HQTech. Давайте рассмотрим его подробнее, что же внутри данной коробочки находится. Внутри нас ждет габаритная, но интересная мышечка. Размер ее составляет 125 на 74 на 38, вес 110 грамм. Очень удобно в руке держится данная мышка. Количество кнопок у нее 6. Данная кнопка отвечает за изменение чувствительности DPI. Кстати, о чувствительности. Чувствительность составляет 800, 1200, 1600 и 2000 DPI. Данная мышка снабжается стильной LED-подсветочкой, имеет USB-выход, канал передачи данных 16 бит. Время наработки на отказ у него 8 миллионов циклов. Очень, кстати, внушительная цифра, особенно для данного типа мышек, то есть игровых. Также она снабжается уникальными ножичками. У нас бесшумные ножки с тефлоновым покрытием Ultra Slick. Что это обозначает? Это обозначает, что нам при работе ничего не будет мешать. Посторонние лишние звуки, зачем они? Они не нужны нам, правильно? Правильно. Длина кабеля данной мышки составляет 1,6 метров, что довольно и немного, и немало. Достаточно. Операционную систему поддерживают все, включая macOS. Я вас благодарю за просмотр. Встретимся в следующих обзорах. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо. Всего доброго.